Простите, пожалуйста, я помогу. Не переживайте. Да ничего. Да. А вы наша новая англичанка? Арианда, Адриана. Ариадна. Я прошу. Можно просто Ада. Сергей Зазуля, штатный школьный психолог. Ну, дети зовут меня Бро. Очень приятно. Да. Пожалуйста. О. Это еще что-то. Будешь сниться мне в мороке снов, а по уму учить стихи? Понятия не имею. Кто-то из учеников оставил на столе. Тайный воздыхатель. Мощное начало. Только мой вам совет, будьте начеку. Класс вам, конечно, достался не подарок. Хотя бы только этому Колесникову взять. Кстати, насчет Колесникова. Вы же, наверное, хорошо знаете и родители их. Отец Колесникова, он же адвокат. Не знаете, хороший, нет? Ну, супер успешный, супер дорогой. Если взялся кого-то защищать, то можно считать, человек выйдет сухим из воды. Даже если виновен. Для него победа важнее принципов. Типичный альфа-самец. Это вам как психолог говорю. Рада знакомству. Взаимно. Представляешь, как было бы хорошо проснуться однажды утром, а их нет. Кого их? Наших опостылых половинок. Моего мужа и твоей жены. Ты когда-нибудь думал о разводе? Почему ты молчишь? Ну, но почему мы должны все время скрывать свои чувства? Не пора ли что-то решать? Твой сын скоро окончит колледж. Все. Твой отцовский долг закончен. Свобода. Что-то случилось? Ты куда? Ты права, Тамара. Ты права. Нужно что-то решать, и я решил. Мы расстаемся. Что? Так, я... Почему? Я что-то сделала не так? Я все исправлю. Прости меня, это меня ужасно раздражает. Подожди, ты нашел другую, да? Славочка, я тебя очень прошу, не бросай меня, а? Если ты меня бросишь, тебя Бог накажет. Да меня Бог наказывает каждый день, Томка. Ты, Том, будь счастлив, потому что мне счастливым уже не быть. Ариадна Андреевна, разрешите помочь вам? Спасибо, Петь. Ты очень галантный и внимательный. Слушай, вы с классом ездили в Лондон этим летом? Угу. Да? Говорят, что-то случилось, ну, страшное, странное. Не знаешь? Я не знаю, я не ездил. Мама свалилась с панкреатитом, и я остался ухаживать за ней. Угу. И как она сейчас? Хорошо. Почему тебя все время забирает мачеха? Ну, я живу просто с ней и с отцом. Мама считает так лучше для меня. Ну ничего. Ты скоро станешь взрослым и сам будешь решать, с кем тебе лучше. Так, а я уже взрослый. Тебе пора. Спасибо.
Алло. Сынок. Сыночек, привет. Малыш, это мама. Мамочка, мне с тобой нельзя говорить. Я очень скучаю. Милый, я тебя очень прошу, пожалуйста, ты меня только не забывай. Ты меня слышишь? Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Danny, who are you talking to? Я не хочу, чтобы вы подумали, что у нас свидание. Это деловая встреча. Конечно, конечно, конечно. Я хочу, чтобы вы защищали меня в суде как адвоката. Угу. У вас проблемы с законом? Да. В Англии. Вы еще и международная преступница. Ну тогда, как ваш адвокат, я вам рекомендую ризотто с трюфелями. Пожалуйста, перестаньте. Для меня это очень важно. Дело в том, что... Ах ты жадина, а! Ты не успела появиться, как чужих мужиков отбиваешь, да? Ты меня что, преследуешь? Вы не так поняли. Так, 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 все, я так поняла. Ну валяй отсюда! Тварь! Тома, Тома, тебе к психиатру, а? Как вы меня опередили? Ну, это несложно. Вы ездите на патефоне. А я хотел попросить у вас прощения за ту сумасшедшую, она меня правда преследует. Я вас очень понимаю, меня тоже преследуют, еще и врут в глаза. Еще скажите, что у вас ничего не было с этой сумасшедшей. Ну, в общем, было, было, но прошло. Видимо, не для Тамары. Пожалуйста, забудьте про мою просьбу. Ну, вы хоть скажите, в чем там дело? Не могу, у меня был знак свыше. Вы не тот, на кого можно положиться в моей ситуации. Ничего, я подожду. Когда вы поймете, что на меня положиться можно. Да чтоб она сдохла, это твоя ада! Слав, прости, прости, Славочка, я тебя очень прошу, я не это имела в виду, понимаешь? Просто я так люблю тебя, что ни одной бабы возле тебя видеть не могу. Ну, хочешь, я на коленях к тебе приползу? Нет, 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 пожалуйста, я прошу тебя, только не говори так. Я тебя очень прошу, не отвергай меня, Слава. Я люблю тебя. Ты все не так понял. Если ты хоть слово скажешь отцу, я тебя уничтожу. О. Но ты же знаешь, как бывает с учительницами, которые крутят романы с учениками? Думаешь, я хочу сделать отца несчастным? Если он узнает, что ты ему изменяешь, то не от меня. Ариадна Андреевна, подождите. Я не могу, у меня урок. Да? А если директор школы узнает, что вы крутите романы с родителями учеников и даже с самими учениками? Думаю, уроков больше не будет. Вы можете спать с Колесниковым спокойно. Он меня не интересует.
Будьте внимательны. Это взятка. Мне нужно, чтобы вы перевели на английский важное исковое заявление. Разбейте копилку и наймите переводчик. Ну, так я это и делаю. Ну, зачем вам нужна моя мать? У меня для нее очень важная информация. Ну, только скажите мне, я передам. И не нужно будет ждать. Она в магазин долго ездит. Тебе? Ну что ж, ты уже взрослый. Можно и тебе. Неприятно, конечно, это все говорить, но у твоего отца есть любовница. Кто? Ариадна Шагалова. Да, и я как член попечительского совета не могу это все так оставить. Понимаю. Ну и вы поймите, вас она даже слушать не будет. Другое дело меня. Но мне нужны доказательства. Хорошо. Буду тебе доказательства. Обещаю. А я обещаю, что никому не дам обидеть свою мать. Надо поговорить. Извини, Артем. Не могу, нужно поработать. К нам недавно заходила Тамара Лазуткина. Собиралась рассказать маме о твоих любовных похождениях. Я ее выпроводил до того, как мама вернулась. Но в следующий раз тебе вряд ли так повезет. Так что на твоем месте я бы больше внимания уделял жене. Была интимная связь с погибшим? Нет, конечно. Странно. Однако в бассейне вы находились абсолютно, ну, без одежды. Я не знаю, как так вышло. Я отключилась. Может, меня поили чем-то. Вы же не пили этот пунш? Нет, у меня аллергия на цитрусовый. А вас не удивляет, почему я знаю, что вы не пили пунш? В нем были обнаружены психотропные вещества. А это анализ вашей крови, развернутый. Ну, никаких психотропных веществ не обнаружено. Так, мелочь. Детские дозы алкоголя. Так что все ваши рассказы по поводу того, что вы были без сознания, ничего не помните, это ложь. Я не могу это объяснить. Я вам правду сказала, что у вас анализы подделаны. Объясни, ничего не знаю. То, что вы ничего не можете объяснить, это самая большая сейчас ваша проблема. Какого черта вы вообще полезли в этот бассейн, если у вас не было интимных отношений с Артемом Колесниковым? Мне сказали, что там драка. Это она? Да. Уже несколько часов у нас сын погиб. Примите соболезнования. Я просила отвезти меня. Артем! Сыну я требую! Так мы сейчас поедем. Мы все вместе поедем. Только укольчик сделаем, чтобы силы были. Да. Хорошо? Да, что? Вот и все. Вот и все. Давай сядем. Ага. Вот. Я поняла, что это было. В Шампанское. То, чем вас отравили. Да. Больше просто нечем. Меня угощал шампанским Сергей Зазулин, наш школьный психолог. И бутылка в тот момент, она уже была открыта.
Ясно. Мог, например, Лазуткин и Колесников подраться из-за вас. Ну, например, один застал вас с другим и приревновал. Что значит «застал»? Они для меня дети, ученики и все. Дети, дети, однако же. Ухаживание Лазуткина вы принимали всерьез. Да поймите вы. Он тонкий, чувствительный, ранимый мальчик. С ним так нельзя. Его нельзя ранить. Я понимаю, понимаю, мальчик. Готовый ради вас на все. К чему этот театр? Вы же все равно не найдете настоящего преступника. Откуда такая уверенность? Из жизненного опыта. Ну а что говорит твой опыт, Соня? Ну если ты видела драку Артема, значит ты видела, с кем он дрался. Нет, я не видела драку. И Шагаловой ничего о ней не говорила? Я не помню. Понимаете, я выпила тот пунш на выпускном. Меня затошнило, я побежала в туалет и провела там очень много времени. Долго не могла прийти в себя. Я ничего не видела. Ну ладно, а какие у тебя были отношения с Артемом? Никаких. Просто одноклассники. А какая разница, простите? Что вы пытаетесь выяснить? Ребенок подавлен и расстроен. Не спал. А вы только усугубляете ее состояние. Все, на сегодня хватит. Мы едем домой. Петр. Что-то случилось? Нам нужно о чем-то беспокоиться. Пап, давай просто уедем отсюда. Я сейчас не готов давать показания. Хорошо. Поехали, повидаем. Если понадобимся, они нас вызовут повесткой. Девочка что-то боится, что-то скрывает. Но, как по мне, все подростки что-то боятся, что-то скрывают. Слушай, а может, это наркотики? Ну, кто-то же знал, что этот пунш непростой. Не учителя же его кислотой разбодяживали, правильно? Ну, тогда это не наш профиль. А нет, ну правильно, чего же. Закрываем дело. Понимаете, КОТ – лучшая старшая школа в городе. И мне бы не хотелось, чтобы из одного трагического инцидента пострадала репутация всего колледжа. До этого она была безупречной. Я прекрасно понимаю ваши переживания. Что от меня-то требуется? Я очень надеюсь, что в процессе расследования ваши сотрудники проявят деликатность и не допустят утечки информации в прессу. Но нельзя, чтобы колледж ассоциировался со смертью подростка. Ведь это просто несчастный случай. Мы сейчас как раз этим и занимаемся. Ну какое шампанское? Откуда? Алкоголь на выпускном под запретом. У нас очень строгий директор. Понял. К тому же я дежурил. Если Ада что-то и выпила, то не при мне. Меня вызвали смс-кой к начальству, я оставила на танцполе, там были все, если сомневаетесь, можете спросить. Я ушел к Кучеренко и больше ни Аду, ни Артема не видел. Ну, до приезда полиции. Наверное, она что-то перепутала. Вы хорошо знали Шагалову? Мы коллеги, приятели, друзья, можно сказать. Скажите, у нее мог быть роман с Артемом? У Артема была постоянная девушка, Лиза Захарова. А у Ады был другой школьный воздыхатель, Петя Лазуткин. Любовные стихи ей писал, провожал после школы, она сама мне рассказывала. И как она относилась к этим ухаживаниям? Говорила, что есть люди, которые женятся на тех, кого встретят еще в школе. Считала, что Петя из этих. То есть запрета на подобные отношения у нее не было? Не знаю. Ада прогрессивная женщина, к тому же свободная. Навряд ли у нее было много запретов. То есть вы допускаете, что у нее был роман с Лазуткиным?
силу профессии я могу допустить все, что угодно. Как я понимаю, ты не голоден. Что случилось? Как что случилось, пап? Мой лучший друг умер, пап. Я в шоке. Не пытайся от меня что-то скрывать. Если ты забыл, я ведь знаю тебя. Всю твою жизнь. Что еще случилось? Я все рассказал Сване. На выпускном. И как она отреагировала? Убежала. Дурак. Мы с Артемом подрались из-за другого. Это никак к нашим отношениям не относится. Это к чему относится? Неважно. Да, я его терпеть не мог, но я не хотел, чтобы он умер. Господин следователь, я прошу прощения, но... Какой из Пети боец? Вы посмотрите на него. А Колесников был спортсмен, он одним ударом его уложить мог. Вот и вся драка. Да, он не боксер, конечно. Не боксер, ну а что делать? Но все равно мы должны взять у него образцы ДНК, чтобы сравнить с ДНК под ногтями убитого. Убитого? Но мы шли сюда, абсолютно не зная, что речь идет об убийстве. И, насколько мне известно, по закону мы имеем право отказаться и не сдавать этот тест. Конечно, имеете право, но я бы вам не советовал. Петя же не подозреваемый, он свидетель. Пап, я могу сдать. Петя может. Ты забыл, что панически боишься врачей и падаешь в обморок. А с твоим сердцем это не шутки. Так что, извините, нам добавить больше нечего. Мы уходим. Всего доброго. Идем. Ты зачем подставляешься? В колонию захотел? Что ты там наплел? Лиза, займись своими делами. Сын, мы тебя не осуждаем. Но ты должна сказать нам правду. У меня нет проблем с наркотиками. Я никогда не употребляла их. И даже не пробовала. Солнышко, но мы же тоже не слепые. После выпускного ты была в совершенно неадекватном состоянии. И это не алкоголь. Я клянусь, я пила только детский пунш. Почему вы мне не верите? Вы что, настолько плохо меня знаете? Но мы также знаем, что так говорят все наркоманы, понимаешь? Мы просто хотим тебе помочь. Нет! Вы меня ненавидите из-за Никиты. И поэтому просто ищите повод, чтобы от меня избавиться. Соня, ты что? Тебя никто не винит, слышишь? Если таким образом ты пытаешься нами манипулировать, чтобы съехать с темы наркотиков, то у тебя ничего не выйдет. Перестань. Не смей с ней в таком тоне разговаривать. Не надо мне указывать, как воспитывать дочь. Твой подход вот к чему привел. Ты на что намекаешь? А что в этом доме? Только я виноват, да? Как меня это все надо достало? Надо встретиться срочно. Не только тебя, а и меня. Ты себе не представляешь! Да нет, я это представляю! Все, с меня хватит! Вот еще тест! И эта порнография пришла мне в 4 утра. А почему это пришло именно вам? Не знаю. Может, это был крик о помощи. Петя тоже видел? Нет. Я проверила его телефон, вот. Нет, но он мог его просто удалить, да и все. Да. Но вы гляньте галерею повнимательней. Ничего себе. Да он ее просто одержим. Я сама видела, как она его обнимала. И говорила об этом директору. Но осталась неуслышанной. Мальчика соблазнили. Вы понимаете, что этой морально разложившейся женщине не место работать с детьми. Одного ребенка уже убили. Ектор Наева, спасибо вам. Вы нам очень помогли. Да, телефоны? Телефоны теперь у Лики. Они останутся у нас. Так а что я мужу скажу? Он же не знает, что я сюда приходила.
Войдите. Олег Владимирович, по делу Колесникова, важные улики. Проходи. Если ДНК под ногтями жертвы не Шагаловой, тогда чье? Лазуткина. Ну, судя по видео, у Шагаловой с Артемом в бассейне было свидание. Лазуткин узнал о нем, пошел за ними, ну, приревновал. Между ними завязалась драка, и он убил Артема. А про амнезию, вот этот яд, это все Шагалова врет, чтобы связь... Петь, ну не дергайся. Подраться с Артемом идея, конечно, очень смелая, но крайне глупая. Ну ты чего ждала, когда сказала мне, как собираться Аду подставить? Я же не знала, что в душе ты боксер. За что он так Аду ненавидит? Он узнал, что она спит с его отцом. С отцом Артема спит не Ада, моя мачеха. Ты уверен? Да, абсолютно. Ты должна пойти к Артему, все ему объяснить, чтобы он не снял свое это видео. Не хочу я к нему идти. Мы попытались, и хватит. В конце концов, англичанка нам никто. Для меня она все. Ну хорошо. Раз ты так в нее втюрился. Спасибо. Только пообещай мне сидеть здесь. И больше не нарываться. Ты настоящий друг. Друг. Но если соперником Артема был Петя, почему он отправил это видео не ему, а этой Тамаре? Ну, видимо, знал, что Тамара была в курсе Петиной мании. Ну, она же в попечительском совете. Ну, чтобы навредить Шагаловой. Видимо, невидимо. Чтобы задержать несовершеннолетнего, нужны железные основания. Мне главное получить ДНК Лазуткина. Шагалову я дожму, и у нас будут не только железные, у нас будут титановые основания. Иваныч. Алло, привет, Ярослав. Ну, как вы там? Как Инна? Врачи накачали успокоительным, так что пока спит. Ну, ты-то держишься, да? Эдик, скажи, за что мне сейчас держаться? Да, прости. Послушай, я понимаю, что не вовремя, но просто хочу тебя предупредить. На выпускном мой Богдан рассказал Соне Галкиной все. Что значит все? Ну, не по телефону же мы это будем обсуждать, да? Ну, в общем, все. Все, что мы очень не хотели, чтобы он рассказывал. Я понял. Я подумаю, что можно сделать. Да. Ты извини. Да, очень вовремя. Можешь встать, пожалуйста. Ты что-то потерял? Да. Телефон. Ты не видел? Нет. Спроси у няни и заодно узнай, когда Тамара вернется. Здравствуйте. Добрый день. Рыжов беспокоит. Вы не могли бы заехать ко мне? Ну, мы же только вернулись. Есть кое-какие вопросы. Открылись новые обстоятельства. Какие новые обстоятельства? Знаете, давайте не по телефону. Вы приедете, мы обо всем поговорим.
Ясно. Тогда пригласите нас с повесткой, и мы придем с адвокатом. Давайте с адвокатом. До встречи. Няня сказала, что Тамара поехала по своим делам. По каким, не знает. Привет. Что? Ты зачем отвезла Петин телефон в полицию? Я просто хотела спасти нашего сына от губительного влияния этой англичанки. Как? Повесив на него убийство? Да почему? Ну почему убийство? Кирюша, я что, я навредила Петеньке? Кирюш, я такая дура, я честно, я не хотела. Тома, я прошу тебя, не надо сцен. Это все она виновата. Вы мне извините, что я вас так поздно выдернула. Ничего страшного. Что случилось? Мне нужно с вами посоветоваться. Угу. Кажется, я знаю, как это произошло. Только я пока не понимаю, говорить об этом полиции или нет. Ну, расскажи сначала мне. Ну вот скажи мне, как спец, на действие какого препарата вот это похоже? Очень похоже на наркотик насильников. Ага. Препараты разные. Действующее вещество флунитразепам. Удобная штука. Дама в кашу. Сопротивление оказать не может. Потом вообще ничего не помнит. Да и в крови потом ничего не найдешь. Короче, хрен что докажешь. А это все из того дела, где дети адского пунша нахлебались? Да, но там были другие действующие вещества. Слушай, а хочешь по-настоящему удивиться? Не уверен. В твоем пунше были не просто какие-то таблетки, а те, которые у нас сейчас в разработке. Там состав такой, помимо стандартного, есть еще примесь редкая. В общем, не буду грузить деталями. Сеть распространения серьезная. Ну, в основном среди состоятельных клиентов. Сам понимаешь, дрянь не дешевая. Ночные клубы, дискотеки. Но заведует всей этой аптекой некто папа. Чего же вы такие умные, все знаете, а до сих пор этого папу не взяли. Да знать-то мало. Доказать нужно. А он шифруется, как бог. Ну, а чуть что, сразу концы обрубает. Что ж ты хочешь, преступник? Ладно, будем вместе вычислять этого папу. Да, вы там, если выйдете на него, маякни. Позовите, пожалуйста, следователя Ржова. Вы забыли про меня, что ли? Кто-нибудь? Я Захарова. У меня важное сообщение насчет убийства Артема Колесникова. Прошу. Я давно подозревала, что Артема с англичанкой был роман. Но мне нужны были доказательства. Поэтому я проследила за ней, когда она пошла к бассейну на встречу с Артемом. Я не какая-то лохушка, что меня можно вот так вот бросить.
Мы 2 года встречались. Ну, понятно. Дальше. Я хотела зайти внутрь, но услышала, как они ссорились из-за какого-то видео. Артем не хотел больше скрываться от всех, а Шагалова потерять работу. Не отправляй. Дальше. Вы их сфотографировали или что? Ну нет, конечно. Я же говорю, я испугалась. Я развернулась и пошла на дискотеку. Я встретила там Лазуткина, он в медпункте раны себе обрабатывал, и я ему помогла. А потом мы получили все видео, где Артем и Ада голые в раздевалке. Стоп, мы все, это кто? Ну, там вообще у многих телефоны звякали. Вот я видела, люди смотрели на экран и ахали. Так Ада с Артемом из-за этого видео ссорились в бассейне или нет? Ну, наверняка. Значит, дело не в Лазуткине. Please step aside and wait. Why? What's wrong? You are going to have to wait a bit, please. Wait for what? Mrs. Moore, your child is kidnapped. You are under arrest. Come with us. Проблемы со сном? Это вы так шутите? Ничего, в камере отоспитесь. Вы задержаны на 48 часов по подозрению в убийстве. Начнете говорить правду. Следуйте за сотрудником. Вы все-таки арестовали Шагалову? Ну да. Я ее адвокат и хотел бы ознакомиться с делом. Чего себе? Хотите защищать убийцу вашего сына? Пока не доказана ее вина. Она или подозреваемая, или обвиняемая. Это же конфликт интересов. Закон этого не запрещает? Закон нет, а мораль. Она состояла в связи с вашим сыном. Нет, не состояла. Это не в ее принципах. Тогда вам нужно посмотреть эротическое видео с ее участием. Я уже посмотрел. Я же вам говорил, я получил сообщение от Артема в 4 часа утра. Не думал, что вы окажетесь в числе адресатов. У моего сына специфическое чувство юмора. Да. Только его девушка Лиза, она вообще не считает это шуткой. Она слышала, как Артем и Шагалова ссорились прямо перед его смертью. Вы плохо знаете свою подзащитную. У нее был мотив. Не было. Это я убил Артема. Я узнал, что Артем собирается опоить Ариадну Андреевну какой-то дрянью, раздеть и заснять видео, как будто они занимаются сексом. Я попытался помешать Артему, мы подрались. Но он не стал отказываться от своих планов. Потом я пошел за ним в бассейн. Мы снова подрались. Он упал, ударился головой и умер.
Я испугался и убежал. Тебе листок и ручка пиши. Все, что только что сказал, число, подпись поставишь. Слушай, так уже вроде в медпункте. Да я знаю. Да. Был. Потом пошел в бассейн и убил. Да. Алло, здорово. О, Петрович, здорово. А робокопа позови, пожалуйста. Даю. Да. Привет. Причина смерти Колесникова не травма головы, а утопление. После удара его сбросили в бассейн и держали за шею под водой до тех пор, пока он не захлебнулся. На шее имеются следы в виде гематома. Спасибо, понял. Ты как понял, что Артем мертв? Пульс пощупал, его не было. А тело где оставил? На полу. Звони отцу, рыцарь. Домой поедешь. Я же признался. Ты признался в том, чего не совершал. А это ненаказуемо. Свободен. Соня! Иди поешь. Хватит прятаться.